Вот это поворот. Мира? Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о мире. Такого поворота я не ожидал, если честно. Но почему Мира злая? Вот это вопрос. Так, что это за ритуальные? Свечи горят. Что это? Где зеркало? Итак, зеркала у нас нет. И что-то здесь не так. Это... очевидно и видно. Очевидно и видно. Так, и куда же мы попали? Какой-то склеп, что ли? Могилы. Фу. Мясо. Хорошо, что я люблю мясо. Так, 10 пороха. Еще что-то. Гарпунный болт. Так что у нас там? 5 патронов в пистолете. Нет аптечек. 10 патронов нет. 1 патрон в ружье. Так, с арбалета что у нас? Дымовой, электрический и обычный гарпун. Патронов, как всегда, нет. Но что сделать? Нам не привыкать. Это было. Так. Еще один, походу, маньяк. Или психопат какой-нибудь. Стефана-то больше нет.
Надо же его кем-то заменить. Хотя и с Мирой что-то не так. Перезарядим. Сразу на всякий случай. Так, там больше нету ничего. А, ну да, здесь какой-то проход. Со следами крови. И туда. А, ну здесь, похоже, ничего нет. Здесь завалено. Здесь только ящички. С лутом. Ох ты, шприц. Неужели? Какие-то царапины. Робинзон Крузо здесь жил. Считал свои дни. Воу-воу. Так, в дверь пока не будем заходить. Давайте здесь посмотрим, что. О, черт! Похоже, их сожгли живьем. Жесть. Орудие пыток. Средневековье какое-то. Да, какая-то. Свечи, пытки, как секта, что ли, какая-то. Так, а дверь тогда что? Давайте-ка еще просто одним глазком посмотрим, что там. Ходов тут море. Туда проходы. Давайте сюда заглянем. А я знаю, что ты живой, так что получи. Я по твоим глазам увидел, что ты живой. Нас не надуришь. Там дверь закрыта. Давайте тогда сюда сходим еще. Посмотрим. Дверь была. Похоже на то, что он тоже живой. И, скорее всего, встанет. Здесь вот тоже. Все так подозрительно. Кишки чьи-то.
перезарядочка. Ну что, я готов, чтобы вы проснулись. Нет? Вот и славно. Кстати, ключей нам давно не попадалось, статуэток от этих. Либо мы их так усердно пропускаем. Или... их реально нет. Это крест. Что-то подобное я видел в четвертом резиденте, если честно. Такой же символ какой-то похожий, если не ошибаюсь, конечно. Так, это вот эти ворота закрылись или... Я что-то еще слышу. О. Ну, он там долбится. Блин, куда идти-то? Ох ты, я ж дернулся, козлы. Так. Ну хоть метко попали. И то радует. Я реально дернулся. Заперто. Так, ну пока крутить не будем. То что я думаю, если мы начнем крутить, повылазят враги. Ну это я так думаю, если честно. Так, там что-то лежит, значит, по-любому этот у нас встанет и выбьет дверь. А вот и ключик. Что-то все закрыто. Здесь тоже закрыто. Хм. О, а, это бутылка. Давайте сходим туда еще, посмотрим. А он долбится. Да, что-то мне так подсказывает, нас ждет здесь жесткая битва. Черт. Там он патроны. Лежат. Это мне пригодится.
Я, если честно, думал, он сейчас крутить начнет. Рычаг, с его помощью можно что-то открыть, а вот что именно вам придется выяснить. Вот-вот. Но началось. Патрончики, отлично. Патронов по-любому на всех не хватит. Так что придется. Ё-моё! Нафига я сюда зашел? Придется, наверное, создавать. Если, конечно. Ну, давай. Вот так. Сразу двоих. Ну, такой расклад пока мне нравится. Да ну нафиг, не ведьма ли это? Кряхтит. Ё-моё, а вот такой расклад мне не очень нравится. Это, конечно, жесть. Так. Что ж такое придумать-то, а? Убивать-то нам придется ее по-любому. Так, она открыть дверь нам не даст. Ну, это, конечно, было погано с его стороны. Текс. Так, главное, чтобы ведьма не услышала, иначе будет, ой, как будет плохо. Ключик. Такс, ну что, давайте посмотрим, что можно сделать. Взрывной болт, 4 штуки, блин. Фу-фу-фу-фу-фу.
Ну, давайте. Была не была. Так. Что у нас там? Два патрона для ружья. И все. Так. Перезарядим ружье. Ох ты, жесть. Воу-воу-воу-воу. Принимай, принимай аптечку. Она сдохла или нет? Мне очень интересно. Убили мы эту? Ведьму. Вроде не крестит. Да. Отлично. Но горем пополам это все обошлось. Так, ну их было двое, да? Куда еще один делся? Что-то мне казалось, что их было двое почему-то. А, вон, один молится. Давайте попробуем зафигачить его. Так, подсумок улучшен. Нейлоновый подсумок для переноса дополнительных болтов для арбалета «Страж». Так, у нас один патрон еще здесь. Есть для ружья. Что здесь у нас? Подчиняться свободе. Страница 1. В людской природе заложено стремление сопротивляться. Человек сопротивляется изменениям, предписаниям и своим желаниям. Но духовная и эмоциональная цена за такое сопротивление часто слишком высока. Вселенная слишком совершенна, слишком все в ней соразмерно и выстроено. Неужели кто-то может считать, что такое совершенство – результат хаотических изменений? Я предполагаю, что в основе всего лежит замысел, план. Для меня, для вас, для каждого человека на свете. Кто-то говорит, что есть причина для всего. Другие называют это судьбой. Чем бы это ни было, горе тому, кто осмелится противостоять ему. Да, какие-то, походу, фанатики, что ли, здесь. Сектанты. У жителей Стема Юниона. Крышня поехала после всего этого. Что, давайте попробуем открыть. А вот для чего ручка-то нужна была. Что-то я, почему я сразу-то не догадался. Так, сигнал. Убитый сотрудник Мебиуса. Патрон для дробовика.
Так, данные карты отсутствуют. А ну да, мы уж переместились куда-то. Разбитый толчок. Отлично, аптечка. Похоже, он хотел спрятаться под кровать, но не успел. Что здесь мы имеем? Здесь у нас пусто. Еще один, что ли, сигнал? Что? Погоди. Эй, вы слышите? Точка резонанса. Так, а здесь дверь открыта. Интересно, почему? Туннельчик. Давайте посмотрим. А, так и знал. Ну держи. Ох, ты еще живой, да? Так, 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 так. А, в маленькой комнатке ты не разбегаешься. Хо. Повезло. Был бы топорик, было бы легче. Три патрона, отлично. Понятно. Что за стрел-то? Так, у него глаза горят. Есть такое предположение, что он встанет. Блин, а эти-то намного сильнее, я смотрю. Значит, это был не сон. Эй, вы слышите меня? Пожалуйста, я...
вот это она, похоже, да? Я так предполагаю. И лежит она здесь очень давно, судя по останкам. Так, не выйти. Так, что у нас осталось? Осталась у нас вот эта дверь. То, что ты ищешь, спрятано глубоко. Только спустившись, можно снова подняться. Снова спускаться? Что происходит? Ох, я очень не люблю эти спуски. Пропала из-за тебя. Ты ее не спас. У тебя есть ключ к облегчению страданий. А я могу показать замок. Кто ты? Что тебе нужно? Вот эти вот перемещения все. Вот эта вот психоделика сделана очень круто. Да чтоб вас, а? Ах, я даже выстрелить не успел. Эти твари сильные. Держи. Все, у меня патронов ноль. Ноль. Отстрелили ему руку. Ай-яй-яй-яй-яй. Воу. Они еще пуляются огнем. А, промазал. Черт. Птичка. Не успел. Так. А, промазал. Это было близко. Очень близко.
Блин. От одного увернулся. Лови. Так, так. У нас есть два взрывных болта. Там еще огнем пуляются. Это, конечно, жесть. Вот так. Вот так. Круто было. Ух ты! Кто еще живой? А, вы еще двое были живы, что ли? Течка. Блин, я почему-то думал, что не сдохли. Да что в вас, а? А, черт. Так, тот тоже готов. У нас остался еще один. О, 4 патрона. Откуда? Нет, еще живой. Еще патроны. Так, а этот сдох? О. Так, гарпун. Отлично. Фу. Ребята, мы это сделали. Мы выжили. Сколько я раз говорил Себастьяна Кастеланоса не победить. Как бы вы ни старались. Так, ну что, здесь у нас больше все, ничего нет, да? Жалко, что геля только за одного дали. Стефано вышел из повиновения. Стал мне занозой в руку. А ты эту занозу вытащишь. И за это будет награда. То есть... Он знал Стефано. Я же говорю, какой-то очередной психопат. Так, 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 так. Зеркало. Так, а здесь у нас нет никакой информации. Значит, идем к верстаку. Итак, дробовик, 2 патрона. Пистолет нет, тогда лучше сделать болт. Дымовой нет, лучше электроболт. Так, что имеем мы здесь? 240 всего. Вообще, это не айс. Так,
Что, давайте гарпунный болт. 120. 240. Ага. Так, а здесь? Можно вот это вот сделать еще. Вот так вот. Так, дымовой. Нет. А, я думал, это электроболт. Вот что значит поспешишь, людей насмешишь. Ну ладно. Так, 10 тысяч геля. И ключик. Ключик у нас есть. Это снова вы, детектив? Конечно. Куда же я без вас, Татьяна? Ну и верхний ряд, последний шкафчик остался. Порох. Отлично. Можно еще патрончиков сделать. Так, что же мы здесь делаем? Скрытность, атлетизм. Так. Увеличивает скорость восстановления сил. 12. Неутомимость 3. Увеличивает максимальный показатель выносливости. Ладно, пригодится. Так, 3000 у нас осталось. И на 3000 мы, наверное, ничего не сделаем. Нет, хотя здоровье восстанавливается быстрее от состояния близкого к смерти. Давайте. Это у нас частенько такое состояние. Кстати, патроны мы еще не сделали. Вот что. Мы взяли 30. Так, от дробовика 5 патронов можно сделать. И, кстати, один шприц. Только что взяли травушку. Отлично. Наверное, сохранимся. Так, а вот теперь можно идти дальше. Раз здесь зеркало было, оно сейчас что-то будет. Не зря оно. Не зря оно здесь было. Так, лестница наверх. Еще трава. Статуя в капюшоне держит кишки. Очень красиво. Так, 4 штурвала. Так, и я, кажется, с
знаю, что надо сделать. Нужно сделать этот символ. А, вон оно что. Не так все просто. Надо что-то нажать или что? Или оно само автоматически должно будет запуститься? Ворота открыты. Отлично. Кстати, он говорил про награду какую-то. И что за награда? Себастьян Кастелланос, наконец-то ты пришел. Я тебя ждал. Ты еще кто такой? Верные зовут меня отцом Теодора. Надеюсь, что и ты будешь мой друг. Очередной псих с комплексом Бога, да? Одного я уже сегодня убил. Ну, конечно, убил. Только так ты и решаешь все свои проблемы. Угрозами и грубой силой. И куда тебя это привело? В ад, который ты создал сам. Опусти оружие. Хоть раз пусти в ход мозг, а не кулаки. У нас одна цель, Себастьян. Поможем друг другу. Иди со мной. Ты снова будешь вместе с дочкой. Но у меня будет сила ядра. Я уже знаю, у кого Лили. Да. И Мира ее так просто не отдаст. Что? Где они? Хотел бы я рассказать.
но ты пока не готов. Ты признаешь меня своим пастырем, и тогда я разделю с тобой знания. А ну выкладывай, где она? Прими мое предложение. Я помогу тебе уйти от собственной тьмы. Я приведу тебя к Лили. Ну уж нет, ты мне не пастырь. Как скажешь. Тебе столько боли. Прошлое ни на секунду тебя не отпускает. Я показал тебе путь сюда. Пойми, я здесь, чтобы тебе помочь. Возвращайся ко мне добровольно. Тогда мы станем друг другу теми, кем должны быть. Не врагами, не союзниками. А пока прощай, Себастьян. Thank you.